Власти Дании возобновили железнодорожное сообщение с ФРГ, прерванное накануне из-за наплыва нескольких сотен мигрантов, сообщает информационный портал Local. После длительных переговоров около 100 мигрантов, находившихся в поездах, согласились остаться в Дании и оформить просьбу о предоставлении убежища в этой стране. После этого поезда продолжили свой путь в Копенгаген. К утру четверга, по данным портала, движение поездов в обоих направлениях должно соответствовать графику. Ранее сообщалось, что накануне полиция также перекрыла автомагистраль, ведущую в Данию из ФРГ. Сообщалось, что мигранты пытаются попасть в Данию, чтобы оттуда направиться в Швецию, которая привлекает их мягким законодательством в отношении приема беженцев. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около 350 тысяч мигрантов, каждый день их ряды пополняются тысячами вновь прибывших. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны. Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш призвал государства-члены Евросоюза распределить по системе квот не менее 200 тысяч беженцев, находящихся ныне на территории Греции, Венгрии и Италии.